Хоккеисты системы «Трактор» Константин Климонтов, Олег Петров, Егор Артамонов и Артем Сиванькаев приняли участие в социальной акции «Наше место – Челябинск». Игроки команды соревновались в различных конкурсах с людьми с ограниченными возможностями и поздравили собравшихся с наступающим Новым годом. У меня всегда была пятерка по труду, любил этот предмет, всегда делали какие-то подделки. Домой приходил, что-нибудь рисовал, сидел, клеил, собирал, и вот, видимо, пригодилось. На самом деле тут никаких, я боролся в полную, то есть видно, что занимаются ребята очень крепкие, на самом деле произвели большое впечатление.